Европейский суд исходит из гуманных соображений, в соответствии с которыми заключенный тоже человек, а следовательно может голосовать. Они думают, что так демократичнее. Поскольку я живу в своей стране, я прекрасно знаю, в каких условиях содержатся наши заключенные, и поэтому я заранее знаю, как они будут голосовать. Они будут голосовать так же, как в воинских частях. Соответственно, если у нас тот миллион человек примерно, или 800 тысяч, которые содержатся в местах лишения свободы, будут голосовать, это будет очень на руку партии власти, потому что там будет явка 100% и 100% за Единую Россию, в данном случае являющуюся партией власти. Будет другая партия власти, все тюрьмы проголосуют за нее точно так же, как воинские части, точно так же, как госпитали, точно так же, как дома престарелых и психиатрические больницы. Так что европейцы думают об одном, а мы знаем другое.